Всем привет, с вами канал А24, и сегодня я у Димки Добро едет нашел очень интересную помощь. Соответственно, я надеюсь, что он не против, если я выскажусь, так сказать, на своем канале. Соответственно, и вам, ребята, своим подписчикам любимым, я помогу в этом. О чем речь? Погнали! Итак, как вы знаете, существует большое количество модовых карт для Euro Truck Simulator 2 и Америки. Но не все они так хороши и стабильны. Если в карте есть большое количество объектов с дефолтной либо стандартной картой или с DLC, то эти карты можно считать стабильными. Если в модовых картах большее количество создания 3D объектов, картинок своего трафика и сама карта насыщена растительностью, жизнью, то есть пешеходами, эти карты будут сажать FPS, а иногда очень и сильно. По поводу грузовиков. Также надо учитывать и читать описание к моду и смотреть на размер архива. Если размер самого мода 20-10 МБ, то у него малое количество полигонов, а также стандартное освещение и заводские текстуры. Он будет вас радовать стабильностью. А вот если мод на грузовик, у которого размер архива 70-1,5 мегабайта, это говорит о том, что в нем используется большое количество полигон, скинов 4К, текстуры грузовиков в высоком качестве, а также напихана куча тюнинга. Такой грузовик будет просаживать FPS очень сильно. Что касается насчет прицепов, тут все то же самое, что и с грузовиками. Смотрите на размер и описание. Высокие текстуры, скины в 4К, прощай FPS. Пожалуй, самое сильное влияющее на стабильность игры, это, конечно, трафик. Чем больше в трафике модных грузовиков, прицепов, легковых автомобилей, мото, спецтехники, реалистичных скинов, транспортных компаний, на прицепов и так далее. Также самое прописано количество этих авто на дорогах, дистанция, интервал. Все это очень сильно влияет на FPS. Просто ужасно критично для игры. Как я выше описал, все эти влияют на FPS. Из-за того, что все картинки, текстуры у грузовиков. АЗС логистик используется в высоком качестве, чтобы было красиво. Из-за этого может быть падение FPS. Как пример, у вас игра работает в 60 FPS, вы решили проехать мимо АЗС или заехать заправиться, ваш счетчик FPS покажет в районе 45-50 кадров. Конечно, мы можем не пройти мимо аксессуаров, которые добавляются. Особенно, например, можно взять известного мода, это Cecil Mega Pack. Это известный мод, который добавляет кучу всяких аксессуаров в салон вашего грузовика. Если вы с умом добавите малое количество этого тюнинга, проблем не будет. Но если вы сделаете колхоз, из-за большого количества анимаций и картинок в кабине будет садить FPS 60-30 кадров. Ну и, конечно, мимо погоды нашей графики мы не могли пройти мимо. Все, что касается реалистичной графики погоды, все это садит FPS. Увеличение интенсивности осадков, текстуры, капель, листовой дорожного полотна и так далее сильно влияют на игровой процесс. Из-за этого своего реализма, как думаете, лучше играть стабильностью 60 FPS или с реализмом, но в 20-45? Основным фактором является графика. Конечно, мы не могли пройти. Все графические моды влияют на FPS. Ребята, все. Если у вас слабый ПК, ставить реалистичную графику нет смысла. Графические моды сильно изменяют картинку окружения за счет текстур высокого качества, скайбоксы, небо, закат и рассвет, климат дорожного полотна и так далее. Самый главный вопрос. А звуки и физика влияют на FPS? Эти моды не влияют на FPS в игре, их можно ставить как вам угодно. Ну и самый главный вопрос – это итоги. Какой можно сделать вывод? Что практически все просаживают FPS и делают игру хуже в плане оптимизации. Но моды ставить можно и даже нужно. Просто грамотно подходить к выбору модификации и анализировать каждый мод. Тогда ваша игра будет очень красивой, сочной, реалистичной, а самое главное – стабильной. С вами канал А24, ребятушки. Вот такая вдруг кому-то помощь. Еще раз прости, Димончик. Добро едет. Если вдруг что-то обидел или рассказал про эту твою помощь, то извини.